Всем привет, с вами Яна, и мы на канале Эконом с нами. Сегодня предлагаю вам посетить посудоцентр, посмотреть новинки и новогодние скидки, которые предлагает нам посудоцентр в эти праздники. Магазин находится в центре города Чебоксары по адресу улица Карла Маркса, 52/1. Это здание магазина «Карусель», второй этаж. Всем приятного просмотра. И сразу у порога нас встречают интересными скидками. Первая скидка – это скидка 50% на все новогодние товары и аксессуары, то есть елочки новогодние, новогодние игрушки. Вот сейчас действует скидка 50%. Вот такая новогодняя скидка. И вторая очень интересная скидка – цены пополам. Скидки до 50% на все товары со 2 по 17 января. Основные скидки я вам постараюсь показать. По-прежнему есть в ассортименте кастрюли очень красивые. Я их тоже показывала подробно в больших обзорах. Ссылку в конце видео прикреплю. Посмотрите, если кому-то интересно. Есть различные посуды. Есть талеры с дорогой серии. Есть подешевле. Посуда Китай. Есть Рондл. Это тоже хорошая фирма. Витес. Ну, новинку я нашла в кастрюлях. Это посуда из нержавеющей стали со стеклянной крышкой. У этих кастрюль ручки из нержавеющей стали, но они выполнены как под бронзу, покрашены под цвет такой, как бронза. Верхняя ручка на крышке тоже такого цвета и боковая. Так, в принципе, обычная кастрюля со стеклянной крышкой. Такой ободок на крышке. Есть мерная шкала. В принципе, все как обычно. Единственное, что отличительный дизайн с бронзовыми ручками. Кастрюля на 2,5 литра стоит 1299 рублей. И кастрюля побольше на 3,3 литра стоит 1499 рублей. Производитель Китай. Как я говорила в начале ролика, есть скидки до 50%, очень много скидок на сковороды. Давайте сейчас их посмотрим. Хочу еще раз обратить ваше внимание на сковороды от компании Нева Посуда Металл. В прошлый раз, когда я снимала большой обзор, посвященный сковородам, мне сотрудники магазина сказали, что это новая фирма, Санкт-Петербург, и качество очень хорошее. Она, конечно, не из дешевой посуды, но она стоит того. И сейчас она со скидкой до 50%. Вот давайте, например, посмотрим. Вот такая сковорода, 26 сантиметров в диаметре. Это самый ходовой диаметр, по моему мнению. Литая сковорода. Литой алюминиевый корпус обеспечивает равномерный нагрев. Корпус не деформируется. Антипригарное покрытие не содержит ПФОА, перфторактановой кислоты. Подходит для всех типов плит, кроме индукционных плит. Да, это важное, конечно, замечание. Эта посуда рассчитана на 2000 циклов приготовления. Покрытие H2O на водно-кремниевой основе. Можно готовить без масла. Диаметр 26 сантиметров стоит 1299 рублей. Старая цена 2300 рублей. То есть скидка 40%. Очень хорошая скидка. Диаметр 28 сантиметров, старая цена 2500 рублей, новая цена 1399 рублей. Такая же литая сковорода диаметром 24 сантиметра стоит 1199 рублей, старая цена 1998 рублей. И самая маленькая сковорода диаметр 22 сантиметра, 1099 рублей, старая цена 1998 рублей. Есть сковорода от этой же фирмы «Титан». Та называлась «Литая», это называется «Титан». Тоже Нева Металл Посуда, та же фирма. Здесь гарантия 3 года, 8000 циклов приготовления. Если на предыдущей было 2000 циклов, то здесь 8000 циклов приготовления. То есть она более прочная получается, на дольше ее хватит. Можно готовить также без масла. Диаметр сковороды 28 сантиметров. Она стоит 1799 рублей, старая цена 3500 рублей. И если 26 сантиметров диаметр, то цена 1699 рублей, старая цена 3300. Также это сковорода из литого алюминия, сам корпус.
антипригарное покрытие, многослойная полимер-керамическая антипригарная система «Титан». Поэтому называется сковорода «Титан». То есть здесь, получается, она будет более прочная и долговечная. Но она и стоит подороже. Серия «Титан». Сковорода диаметр 24 см стоит 1599 рублей. Старая цена 2998 рублей. И самая маленькая сковорода 22 см диаметр. Тоже серия «Титан» 1499 рублей, старая цена 2799 рублей. Обращаю ваше внимание на то, что скидка сейчас на эту хорошую посуду с хорошей сковородой от компании «Ниван Металл Посуда» 40%. Скидка действует до 17 января. 10% скидка сейчас действует на сковороды «Тима». Это Белгородская область. Давайте посмотрим состав. Литая сковорода с антипригарным покрытием. Антипригарное покрытие Греблон Non-Stick C2+, от немецкой компании. Здесь ручки Soft Touch, такие как просиликоненные. Если прошлые ручки были пластиковые, то здесь ручки Soft Touch. Они не съемные. Ну, давайте посмотрим цены. Самая большая сковорода 28 см в диаметре 1399 рублей. Старая цена 1799 рублей. Сковорода меньше 26 см в диаметре 1299 рублей. Старая цена 1700 рублей. Сковорода диаметром 24 см стоит 1199 рублей. Старая цена 1500. И самая маленькая сковорода 22 см в диаметре 998 рублей. Старая цена 1299 рублей. И от этой же компании «Тима» Белгородская область есть сковороды серия «Галактика». Если это была серия «Оникс», то вот эта серия «Галактика». Чем они отличаются? Они отличаются только тем, что здесь антипригарное покрытие коричневого цвета, мраморная крошка, а здесь антипригарное покрытие черное, тоже мраморная крошка. И цены на эти сковородки ровно на 100 рублей меньше, чем на коричневые. Поэтому не буду останавливаться, цены на 100 рублей меньше. Все эти сковороды от Нива Металл Посуда и белгородские сковороды, они подходят только для газовых и электрических плит. Для индукции они не подходят. Есть сковороды фирмы Esprado, это тоже Китай, с антипригарным покрытием. Но эти сковороды подходят для индукции. Давайте на них обратим внимание. Это тоже сковороды из литого алюминия. Производитель Китай, как я сказала. Вот есть, допустим, потоньше сковородка. У нее 3 мм толщина дна. 28 см диаметр, то есть большая сковорода. Она стоит 1299 рублей сейчас. Со скидкой старая цена 1998 рублей. Скидка 30%. Ручки пластиковые, несъемные. От этой же фирмы сковорода, тоже 28 сантиметров диаметр, большая сковорода. Но здесь уже толщина дна 5 миллиметров, то есть такая основательная тяжелая сковорода из литого алюминия. Цена 2299 рублей, старая цена 2998 рублей. И здесь уже ручки Soft Touch, поэтому она подороже. Такие же сковородки 24 сантиметра диаметр поменьше, тоже ручка Soft Touch, которые вот 5 миллиметров дно, то есть толстое дно, 1799 рублей, старая цена 2500. И самые маленькие сковородки, ну вот здесь уже тоненькие, 3 миллиметра дно, и ручка пластиковая, не Soft Touch, 20 сантиметров диаметр, стоит 799 рублей, старая 1199 рублей, старая цена. Есть скидки и на чугунные сковородки Бризоль. Вот, например, 26 сантиметров, это самый ходовой диаметр. Прям любовь моя. Такую себе мечтаю купить. У меня одна испортилась чугунная сковорода, очень нравилась. Хочу попробовать такую. 26 сантиметров диаметр. Цена 999 рублей, она чугунная. И деревянная ручка. Такая красивая. Деревянная ручка с золотым наконечником. Производство Украина. Здесь 50% скидка. Это очень хорошая цена. Еще есть скидка на чугунную сковороду от этой же фирмы украинской. Диаметр 24 сантиметра. Тоже глубокая сковорода. Старая цена 1799 рублей. Сейчас она стоит 999 рублей. Это тоже очень хорошая цена на самом деле. Есть
есть и другие чугунные сковородки, есть блинные сковородки, есть другого диаметра сковородки 26, но на них скидок нет. Вот две сковородки со скидками чугунные я вам показала. Обнаружила еще новую посуду, наборы кастрюль. Производитель тоже Китай, изготовленный из нержавеющей стали. Ну, вот здесь такой дизайн. Здесь глянцевый алюминий, здесь вот такой матовый алюминий. Вот такой дизайн кастрюль. Например, набор из трех кастрюль. Вот такая маленькая, а больше и поменьше. Маленькая 1,1 литра, здесь 2,4 литра и 5,1 литр. Набор таких кастрюль стоит 4998 рублей. Ручки из нержавеющей стали. Стеклянная крышка. Вот такой ободок. Вот так внутри выглядит. Ну, обычно, в принципе, мерная шкала тоже есть. Набор посуды из 5 предметов. В тот же состав, нержавеющая сталь, тот же производитель Китай. Такой же точный дизайн. Такой набор из 5 предметов стоит 7499 рублей. Что входит в состав? Самая большая кастрюля диаметр 24 сантиметра 5,1 литра. Поменьше кастрюля диаметр 20 сантиметров 2,4 литра. Еще маленькая совсем кастрюля на 1,1 литра диаметр 16 сантиметров. Вот такой молочник диаметр 12 сантиметров. Здесь литр ровно. И ковшик 14 метров в диаметре с таким носиком для слива 0,9 литра. И напоследок хочу обратить ваше внимание на вот такие наборы эмалированной посуды. Очень красиво выглядит, необычная такая эмалированная посуда. Стильная, современная. Давайте посмотрим изготовителя и состав. Сразу могу сказать, что эта посуда подходит для индукции, для индукционных плит. Эта посуда стальная, эмалированная, и какое счастье, производитель Беларусь. Я очень довольна. Давайте посмотрим цены. Вот такой ковшик эмалированный на 1,5 литра. Снаружи такой бежевый цвет эмали, и внутри белый цвет. Обратите внимание, какая крышка интересная. Она как бы не утапливается, а она сверху плотно прилегает. Вровень с самой кастрюлей, то есть она не утапливается. Такая интересная посуда. Такая ручка из нержавеющей стали, стеклянная крышка, пластиковая ручка. Такой ковшик стоит 799 рублей. Кастрюля побольше, 2,5 литра, 999 рублей. И кастрюли на 5 литров, 1199 рублей. И есть кастрюля на 4 литра, 1099 рублей. Такая же посуда есть и в коричневой эмали. Очень красиво, очень дорого смотрится посуда, я могу сказать. Для эмалированной посуды я считаю, что это шикарный вариант. Цены не буду повторять, потому что цены, в принципе, такие же, как в предыдущих кастрюлях. Я нашла еще очень интересные новинки. Два набора кастрюль и еще новые кастрюли и сковородки от нового производителя. Таких раньше не было. Итак, кастрюли. Во-первых, есть проварка Universal. Изготовитель Китай. Состав нержавеющая сталь, стеклянная крышка и силиконовые ручки. Вот так выглядит эта проварка. Объем 3,6 литра. Вот такая крышка с таким ободком. Цена 1998 рублей. Это без скидки. Скидки на нее пока нет. Она подходит для индукционной плиты в том числе. То есть для всех типов плит она подходит. Следующая новинка от этой же фирмы Кристаль. Это тоже Китай. Набор из 7 предметов. Что входит в набор? В набор входит две кастрюльки, ковшик и вот такой... Такое сито из нержавеющей стали. Я считаю, что цена шикарная. 3199 рублей – это недорого для такого набора посуды. Состав тот же нержавеющая сталь, стеклянная крышка и силиконовые ручки. Такой ковшик. Объемы кастрюлек. Ковшик на 1 литр, маленькая кастрюлька на 2 литра и большая кастрюля 3 литра. На самом деле это хорошая цена для такого набора. 3199 рублей – это неплохая цена. Старая цена 4000 рублей. Тоже подходит для индукционных плит. И от этой же компании Кристаль, Кристал, Китай, набор
из 7 предметов тоже, что входит в этот набор. Здесь такой же состав: нержавеющая сталь, стекло и силиконовые ручки. Ручки красного цвета. Что входит в этот набор? Кастрюля большая на 3 литра. Кастрюли поменьше на 2 литра. Ковшик также 1 литр. Вот такая миска с крышкой пластиковой на 1,5 литра. Это очень удобная вещь. У меня такие есть штуки, 4 миски подобные. При приготовлении я пользуюсь и очень довольна вот такими мисками. Здесь можно еще и хранить в ней, то есть крышечка закрывается, использовать для хранения. Такого набора тоже 3199 рублей, подходит и для индукционных плит в том числе. И последний набор от этой компании Crystal Китай. Здесь 12 предметов, 3 кастрюли, 3 крышки, естественно, соответственно, и это уже 6 предметов получается, и набор столовых приборов, их я попозже покажу. Значит, здесь тот же состав: нержавеющая сталь, стеклянная крышка, силиконовые ручки, маленькая кастрюля на 2 литра, большая на 3 литра и ковшик на 1 литр. Помимо этого, здесь есть предметы, столовые предметы. Есть пластиковая лопатка, есть пластиковый половник, есть вот такая лопатка плоская, есть толкушка. Все это из пластика выполнено. И есть вот такая ложечка. Вот такой набор стоит тоже 3199 рублей. Я считаю, что все эти три набора достойны внимания. И последняя новинка. Здесь предметы посуды, сковороды, кастрюли. Очень модные сейчас из литого алюминия. Изготовитель Россия, Московская область, Сергиево-Посадский район. Эта посуда изготовлена из литого алюминия. Этой посуде идет усиленное антипригарное покрытие. Панорама сделанная, крошка мрамор. Давайте посмотрим цены. Во-первых, хочу сказать, что эта посуда вся представлена в таком салатовом цвете. Все сковороды, все кастрюли, у них салатовый цвет. То есть, кому подходит под дизайн кухни, обратите внимание. Скидка на эту посуду сейчас от 20 до 35%. Итак. Сковорода диаметр 26 сантиметров, стоит 1299 рублей. Кстати, ручки здесь пластиковые, съемные. Сковорода 28 сантиметров в диаметре, 1399 рублей. Старая цена 2299 рублей. Ковшик на 1,6 литра. Старая цена 1699 рублей, сейчас он стоит 1099 рублей. Ручка здесь не съемная. Стеклянная крышка, пластиковая ручка, такое же антипригарное покрытие мрамор, усиленное антипригарное покрытие, как заявляет производитель. И есть еще такой носик для слива жидкости. Далее, сковородки поменьше, 22 сантиметра диаметр, здесь она стоит 1099 рублей, старая цена 1699 рублей, 24 сантиметра диаметр. Старая цена 1799 рублей, сейчас она стоит 1199 рублей. Переходим к кастрюлям. А кастрюля здесь только в одном варианте представлена. На 4 литра кастрюля. Они все упакованы, к сожалению, показать не смогу. Но, в принципе, вот литой алюминий, также это сейчас очень модно. Ручки тоже из литого алюминия. И стеклянная крышка с пластиковой ручкой. Все упакованы, к сожалению, не смогу показать. Такая кастрюля стоит 1499 рублей, старая цена 1998 рублей. Следующий выпуск мы посвятим набору из текстиля. Он выйдет на следующий день. Друзья, только сейчас узнала важную информацию. Панорамой буду снимать постельное белье, которое продается в магазине «Посуда Центр». И расскажу вам очень важную информацию. В магазине «Посуда Центр» действует интернет-магазин. Я думаю, что в интернете несложно его найти. Там скидки до 40%. Нужно ввести какой-то код. Я думаю, на сайт кто зайдет, разберется. Там все понятно. Скидки до 40%. Доставка из Новосибирска, со склада Новосибирска в Чебоксары бесплатная. И приходите в магазин в Чебоксары и забираете этот товар. Скидки до 40%. Это очень хорошие скидки.
Также в магазине посудоцентра есть бонусные карты. На карту начисляется 2% от суммы вашей покупки. А один бонус – это 1 рубль. Помимо этого, в посудоцентре действуют подарки, бонусы к дню рождения. Они действуют, начинают действовать за 10 дней до дня рождения и после дня рождения и еще 10 дней. В подарок идет 1000 бонусов. Как я говорила, один бонус – это 1 рубль. И списывать в день рождения можно не более 50% от стоимости товара. То есть, если вам подарили 1000 рублей, а товар вы купили на 5000 рублей, то спишите вы только 1000 рублей. Таким образом, вам посудоцентр дарит в подарок 1000 рублей. Я считаю, что это тоже очень шикарная акция. Друзья, на этом выпуск новинкам в посуде я заканчиваю. Если понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал, оставляем комментарии под видео, приглашаем друзей и знакомых. Для того, чтобы подписаться на наш канал, нужно в конце ролика нажать на желтый круглый логотип нашего канала, который выйдет в правом нижнем углу. После этого выйдет кнопка «Подписаться», нажимаете на нее, и с этого момента вы подписаны на наш канал и всегда будете в курсе наших новостей и новинок в магазинах, которые мы представляем, в которых мы делаем обзор. Мы их не представляем, мы только делаем обзоры из этих магазинов. Всем пока-пока!